Представьте, средняя статистическая семья – отец, который дождался третьего этапа. Так. Значит, старший уедет в свою квартиру, младший поедет в общагу. Ай-яй, спасибо, боже, как же я вас люблю, дети. Была детская, станет не детская. Хорошо. Значит так, тут поставлю бильярд. Тут поставлю рядом с бильярдным столом холодильник, чтобы открываешь, и пиво холодное, чтобы... Не холодильник. Не, поставлю кегу с пивом и кран. И кран, чтобы вот так раз открываешь, вот... Коля! Коль! Что? Две! Точно! Две кеги с пивом поставлю и кран, чтобы можно было светлое и темное, вот так, две. Да не, Коль. Что? Тест вот. Шо? Две полоски у меня, представляешь, Коль? Да ладно. Вот. Да ты что, Оль? Не может быть, ты что? Так, я сама в шоке. Что ты делаешь? Коля, ты что? Оля. Ой, Оля, сердце, Оля. Тихо, 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 таблеточку. Оля, умираю. Таблеточку не надо. Ты куда? Свалить захотел? Не получится. Привыкай, Коля. Мы, кажется, теперь с тобой снова родители, представляешь? Вот это да, на старости лета. Что ж ты за человек такой, Оль? Что ж ты все время детей рожаешь? В смысле? Ты не можешь родить что-нибудь полезное. Бильярдный стол, например. Оля, что? Что ты говоришь такое, говоришь? А? А может, тест ошибку дал, а? Может, ты два сделай, Оль? Да ты что? Ты что думаешь, я малолетка или что? Вот это один сделала и прибежала, а? Да вот, пожалуйста, раз, два, три. А это вам на погоны, Николай Семенович. Тоже мне начал обвинять. То есть она родится в 55. А что она? Может, сын будет? Не она. Только баба могла такое учудить. Да ну, Коля. Коля, значит так, родиться в 55, это значит, я ее... В 62 поведу в школу, потом выпускное, это ближе к 78. Потом, значит, женятся. Они сейчас поздно, где-то 85 будет внук. Это прикол, Оля, конечно. А что прикол, Коль? Да потому что есть вероятность, что мы с внуком, Оля, будем сидеть вот так друг напротив друга, вот так делать. И писаться в памперсы, Оля. Вот так, вот в этом прикол. Да ну, Коля, да. Перестань. Ну, оказывается, в 85 жизнь только начинается. Осталось до нее дожить. Так, а ну-ка перестань, во-первых, вот это мне нудить. А во-вторых, скажи мне, ты что, не рад, да? Ты не рад? Да почему не рад, Оля? Что ты начинаешь? Ну, так... Рад. Дети же это счастье. Ну так улыбайся, если счастье. Да ну, Коля, ну что это такое? Он вообще от меня или нет? Ты что у меня спрашиваешь такое, а? Ты что себе выдумала? Ты что обо мне вот это вот... Да ну подожди, да я не в этом смысле. Мы с тобой люди не молодые уже, поэтому давай вспоминать, когда у нас был последний секс. Да что тут вспоминать? Все было это вот когда... Вот это если было это когда, то значит не на прошлой неделе точно. Это да. А может на Пасху? Не, на Пасху не может быть. Ты просто тогда целый день с тестом на кухне точно провозилась. Да, я с тестом возилась. У да меня эти пасочки не поднимались. Да, да, у меня тоже не поднимались. Да. А может, подожди. Что? А может, в начале февраля? Не, я февраль точно помню. Тогда лифт отключили, я по два раза на лестнице передышки делал. Какой там секс? Да, тогда не до секса. Да, а когда ж тогда? Мы вот это я вспомнил, Оля. Когда? Когда мы не предохранялись, вот когда это было. Коля, что ты вот сейчас сказал? Ты сам вообще понял? Мы с тобой 25 лет в браке. Когда это мы не предохранялись? Мы всегда не предохранялись. Я имею в виду, что крестик я тогда снял с шеи. Ты же отвлекалась все время. Вот это он туда-сюда ходит. Да, было, было. Да подожди, так это ж полгода назад было. Точно, полгода. Все. Все. Вспомни, вернулась флешка в голову. На Новый год мы занимались сексом. Все. Помню. Точно, Коля. Занимались мы, конечно, сексом, только кое-кто тогда заснул. Но продолжал же, Оль. Это да. Но продолжал же.
Не переживай, все нормально будет. Он, посмотри, сосед наш, Эдик, друг твой. Ну, семеро детей у человека. А последнего в 60 родил, старше, чем ты. Точно, ну. Да. О, Эдик, привет. Эдик. Слушай, я хотел тебя спросить, как ты со своими детьми справляешься? Подожди ты со своими вопросами. Тут поважнее вопрос. Это ваш ребенок? Нет. Блин, походу мой. Ладно, иди к мамке. Давай. Слышите, я у вас немножечко тут отдохну. Садись, конечно. Конечно. А мы как раз поговорить хотим. Да. Эдик, попу вытер, в сад отвел. Сколько еще времени? Фу, еще 40 секунд. И что ты хочешь, чтобы я такой же, как он был? Не перестань, просто устал человек. Что ты? Эдик! Газики, колики! А что так тихо? Я что, умер? Зато высплюсь. Что ж такое? Эдик! Ты у нас дома, Эдик. Ты у нас привет. Дома. Привет. Привет, ребята. Привет. А что вы шепчетесь? Ой, да у нас тут такие новости. У нас скоро ребенок новый появится. А зачем вам новый? Возьмите одного из моих. Эдик! Да, родная? Беги скорее сюда. У меня для тебя радостная новость. О, нет, еще один. Давай, беги. Коль, да ну ты что? Да не надо так сокрушаться. Оля, я просто подумал про все эти памперсы и подгузники. Ну так а что? Ну... Мне 55 лет, Оля. Я слишком стар для этого дерьма. Ой, да ну перестань, Коль. Давай, хватит ныть, соберись. А ну-ка соберись. Зато у меня, как обычно, грудь станет больше. А что ты сразу с козырей пошла? У тебя после родов, как обычно, все станет больше. Ой, не надо. Я в прошлый раз на 2 килограмма всего лишь поправилась. А на второй руке? Так, хватит это вот вспоминать. Хватит, да. Ладно, давай распределим обязанности. Давай. Давай. Если родится девочка, воспитываешь ты. А если мальчик? Улица, правильно, молодец. Какая улица? Все, ладно, я пошутил. Вместе будем воспитывать. Да. Мама твоя хоть поможет? Ой, да. Ты ей, кстати, сказала, обрадовала ее? Да еще нет. Она же, ты понимаешь, она же сердечница. Надо как-то деликатно. Деликатно, точно. Сердце ж больное. Да. Я обрадую. Алла Ивановна! Да тихо, ну перестань, потом скажем. Мам, пап, привет. А что у вас с лицами? Умер кто? Хотя нет, там обычно наследство какое-то, у вас лица повеселее. Что случилось? Такое у нас тут сына случилось. Мама беременна. Да, вот так. А, понятно, понятно. Получается, я только из дому, а не сразу в койку. А? Допрыгался, да? Ты понимаешь, что головой нужно думать, а не местом, папа. Соколики. Мысли. Где жить собираетесь, а? У нее, у тебя? Ты понимаешь, что ты после этого всего на ней жениться должен? Стоп, сейчас. Оля, иди сюда. Что это? Ты видишь, каких мы идиотов рожаем? Слушай, просто я реально не понимаю. Вы же мне рассказывали, что у вас с этим большие проблемы. Что даже когда мной вы пытались забеременеть, даже к бабке ездили. Ездили к бабке. А сейчас к бабке решил не ездить, сразу бабку забеременел, да? Что ты говоришь? Это что такое? Ну-ка пошел вон отсюда, я тебе сказал. Оля, я такого в своем доме не потерплю. Не надо мне такого. Нет у меня больше сына, Оля. Все. Одного нет, второй скоро появится. Ладно, Коль. Ну, что ты со мной? Ты представляешь, сколько надо денег, чтобы воспитать ребенка? Ой. Коль, да сейчас это все уже продумано. Денег нормально дают. Мы с тобой получим 400 тысяч. Сколько? 400 тысяч, представляешь? Это где ж так? А если за одного 400, это за двоих получить? А если тройня будет? Какая? Ой. Коля. А если пятеро будет? Ой, Олька. Ты что? Ты мой Лексус, Оля. Коль. Мой домик на Десне, Оля. Коля, да перестань. Ты что? Там один ребенок. Вероятность пятерни нулевая. Какой Лексус? Я ничего не знаю. Я на старости лет от Лексуса и от дома на Десне отказываться не собираюсь. Коль, раздевайся, Оля. Пока возраст позволяет, подкинем туда одного-двух.
Господи!